С завтрашнего дня в Кирове изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Часть из них продлят, какие-то поедут по другим улицам. Изменится и время прибытия на остановку. Чем это вызвано и как на нововведение отреагировали кировчане, узнал мой коллега Кирилл Комаровских. Автобусы номер 11, 44, 46, 50, 51, 53 и 90 продлят до остановки «Геозавод» около дома номер 11А по улице Василия Жуковского. А 38-й автобус из Чистых прудов пойдет по Ивана Попова до Щероса, потом через остановки «Первая больница», улица Красина, улица Чапаева до железнодорожного вокзала и далее существующим маршрутом. Получается, что 38-й поедет назад тем же путем, что и приехал. Пользователей соцсети поездки вперед-назад не устраивают. Почему Комсомольск исключили из списка, объяснили в горадминистрации. Это сделано было в связи с тем, что по улице Комсомольской у нас остановки общественного транспорта отсутствуют. Соответственно, никаких возможностей для того, чтобы там народ садить и забирать, высаживать, у нас нет. Поэтому все это было сделано для улучшения качества транспортного обслуживания. Грядущему изменению есть и еще одно объяснение. Его озвучил бывший директор Кировского АТП Денис Пырлок. Мне кажется, что все-таки изменение 38-го маршрута это было направлено как раз на улучшение доходности перевозчика. Кто-то мне подсказывает, что перевозчики, скорее всего, перевозчик данный на данном маршруте обратился в администрацию, и, соответственно, администрация пошла ему навстречу. Безусловно, скорее всего, у данного перевозчика вырастет пассажиропоток. При этом у других перевозчиков он уменьшится. Следовательно, упадет и выручка. Это может привести к автобусным гонкам, говорит Денис Пырлок. Снизится качество обслуживания пассажиров. Мы спросили у них, какие маршруты еще следует изменить и почему. 67-й. А почему? А я расширю час с лишним. Его нету. Вот прям сейчас? Вот прям сейчас расширю час. Его до сих пор нету. Примерно на маршрут 116 я раньше там жил, но сейчас там не живу, но я там жил, недавно переехал в город. Проблема, что там автобусы не часто ездят. Я на каких езжу, они хорошо ездят. А на каких вы ездите? Я езжу 61-й, 53-й, 3-й автобус. Тройку оставили в покое. Изменения коснутся 52-го маршрута. С завтрашнего дня автобус будет приходить в Слободу-Леваши на 20 минут позже. Время скорректировали по просьбе сотрудников Кировского автодорожного техникума. Кирилл Комаровских, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей. Давича.